В этом году Приволжье бьет рекорды. 1 700 000 – столько жителей округа приняли участие в общественных проектах этого года. Итоги их реализации подвел заместитель полномочного представителя президента в ПФУ Олег Машковцев. Наибольший рост охвата отмечен в том числе в Ульяновской области. Наибольший рост охвата отмечен у нас в Самарской области – плюс 14 500 человек. В Пермском крае – почти 9 000 человек плюс. В Республике Татарстан – почти 8 000 человек. И Ульяновской области плюс 7 000 человек. Иволга, Театральное Приволжье, Туриада, Формарт. Фестивали и форумы стали любимыми площадками молодежи, где можно показать свои навыки, получить новые знания, самореализоваться, выиграть грант на развитие своего дела. Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Игоря Комарова. Ульяновцы привозят дипломы и награды, занимают первые места. Мы впервые апробируем новую систему оценки участия регионов в общественных проектах, которая учитывает не только результаты непосредственно финалов проектов, но и охват участников, представительство муниципальных районов, освещение в СМИ. В этом году впервые проведут первенство ПФО по баскетболу 3-на-3 среди команд учреждений профессионального образования. Это первый крупный общественный проект в сфере поддержки массового спорта. В сентябре стартует юбилейный 5-й сезон фестиваля «Театральное Приволжье». Планируется ввести новый конкурс для работающей молодежи, театральных коллективов предприятий и организаций округа. Будут и новые призы. Победители общественных проектов теперь отправятся в туристические поездки по стране. Анна Тищенко, Управда ТВ.